Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра, Дима Федоров и Андрюха. И, ребята, сегодня у нас битва автогонщиков GTA 5. Всем привет, пацаны! Всем привет, ребятки! Что ж, ребятки, сегодня мы снова отправились в порт, где, собственно, очень много мест для машин, поэтому погнали прятать. Погнали! Что ж, ребята, первая моя машина стоит вот здесь, вот недалеко от наемников Мэри Уэзер. Я сделал подъезд в виде контейнеров, спрятана она очень хорошо. Недалеко от того места стоит у меня вторая машина, ребята, это Бентли, вот за такими вот открывающимися дверями. Бугатти Дива стоит на контейнерах с интересным мапиком. Я на подъездах закрыл все это дело контейнерами, чтобы ребята сюда не могли просто так заехать. Ну что ж, ребята, и последняя моя тачка Феррари стоит здесь, я сделал небольшой маппинг, чтобы, как говорится, бросить пыль в глаза ребятам. Что ж, машины спрятаны, я вам все показал. Сейчас отправляемся начинать наш батл. Погнали. Ну что ж, ребята, мы уже, в принципе, готовы. Сели на байки, время я запустил и погнали. Так, не я надо меня, не надо меня. Короче, я... Это что за забор и ничего нету здесь? Не знаю. Так, сразу ищем. Вы как хотите, но я сразу на Mayweather поехал. Так, ищем, прикольно. Да! Да, сразу тачку. Чё? Чё нашел? Сразу тачку нашел, так и думал, что что-то будет. Слушай, это Ягуар, по-моему, какой. Или чё это? Чё за Яга? Я, слушай, я не знаю. А чё такой, типа, это везучий, что ли? Кто прятал красный? Я, короче, нашел форт. Не зря здесь маппинг стоял. Красава. Лучшая. Какие красные? О чем вообще? Я не понимаю. Я золотые прятал. Я сверху нашел тачку. О, нифига ты угнал. Ой, пацаны. Такая. Так, отлично. Вы понимаете, мы начали просто в 5 метрах от тачки. Да, да, да. Кто красный прятал? Все, еду дальше на Mayweather, идите вы. А это Андрюха прятал, Андрюха. Так, красную я. О, а что это за контейнеры, подожди. Так, интересненько, слушай, интересненько. Опа, это DL-16? Контент хорошо. Чего? А, это Бертони получается. Фига, нормально. Конкуренция назревает с Юричем, пацаны. Ей, я влево, я влево. Смотри, конкуренция, Бертони-то. Так, ну что будет? Может, что-то. Андрюх, знаешь? Но. Я тебя все прошу, если ты отсюда уедешь. А? Нет. Я тебя все прошу, если ты отсюда я уедешь. Я тебя не услышал. О! Ай! Если ты улетишь, я тебе тоже многое прощу, братан. Так, молодой, стой. Иди сюда, молодой. А, поговорить хочешь? Да. А на чё? Пошел ты! Там тачка стояла! Пошел в жопу! Я видел золотую тачку, я еще снизу ехал, я сюда старался побыстрее приехать. Я бегу так, за своим пацаны, мотоциклом сейчас. Все. А ты что, с него улетел вообще далеко? Короче, да, пацанва, ну что-то как-то все печально. Да. А где вы тачку нашли-то? Я, короче, нашел вторую золотую, получается, Мэри Уэзер. Это твоя, Андрюха, или нет? Не-не, не моя, не моя. Это моя. Ты ее видел, нет? Почему ты сюда так ехал целенаправленно? Я не видел, я такое думаю, что ты едешь за мной, я понял то, что ты где-то ее уже увидел. Типа, ну ты понял, короче. Я целенаправленно сюда ехал, ребят. Хорошо, а что тут может еще быть? Ой, по мне шмаляют. А, ну, слушай, я вовремя оттуда смылся, да, я да, так да, думаю. Опа, на дверь. Ну, лестниц сколько много тут появилось. Ебой, Бентли, пацаны, нашел. Лестниц много? Да. Бентли? А, нифига ты, да. Слушай, фортажоп. Тут я думал, ты туда не приедешь. Слышь? О, в натуре. Ну, это моя машина уже. Я понял, я понял. Так, у нас получается по две тачки с Андрюхой. Да, да. Кабарчик. Сегодня что-то ему фартит, да? Обычно ничего не находит, а тут сразу. А тебе, Димон, что как у тебя? У меня? Да. У меня все печально. Плохо. А, прошло 2.5 минуты. А что за заборы, мать вашу, понастроены кругом? Ну не знаю, сортирами с какой-то херней. Это, короче, дезориентация, я понял. Это, походу, Димон что-то ставил. Это я специально поставил, пацаны. Чисто вас так путать, так скажем. Но самое интересное, что среди таких заборов по-любому где-нибудь тачка новая стоит. Да он уже забрал ее. А, серьезно? Да. Ну, бывает тогда, бывает. Так, хорошо, тогда я. Андрюха, ты на Мэрвезере нашел золотую? Это была как раз таки моя, за таким забором. А, я специально, короче, еще решил понаставить, типа. А-а-а, нифига ты хитрожопый. Я понял. Ну, значит, Бентли есть, вот эта хромированная тачка тоже есть, отлично. Так, ну, ребята, у нас прошло всего лишь 3 минуты. В принципе, время для разгула еще полно, поэтому. Сколько там? Да много минут еще осталось. Да много еще времени. Я только одну нашел, вы заколебали. Красава. Слушай, а это у тебя Бертони? Красава. Да знаешь, что у меня Бертони, почему Бертони я Бертони сказал? У него, знаешь, да. Сколько? Да как я мои не трусы. Знаю, сколько она стоит. Ну, ну понятно, окей. Ну ладно тогда. Расстроил, обидел. Бум-бум-бум-бум! Так, подожди, мне уже показалось, что я что-то увидел. Стоп. Так, здесь ничего нет? Чего? Так, никаких маппингов. Мусорка какая-то старая, это херня. А, ну понятно, что это за херня. Что, понятно. Что желтый прятал? Феррари. Я красный прятал. Я нашел красную Пагани, которая стоит Юра. Вообще открыто. Да? Юра, ее даже не прятали. Мусора накидал рядом с Феррари. Кого? Мусора накидал рядом с Феррари. Это не мусор, там, короче, работники. Это мент. Все дела.
Короче, я забираю Пагани, пацаны, отлично, третья тачка. Ну, на самом деле, стояла очень изи. А я только что байтанулся на забор на какой-то. Ты уже опять здесь был, Юр? Мы уже вроде размусолили этот забор вдоль, да, поперек. Стопы, стопы. Чисто ехал сейчас, короче, ставить тачку и типа... Кто нашел? Что за тачка стоит? Не скажу. Такое. Но она стоит прям очень лично. И, кстати, я бы сказал, это даже не для Андрея. Это чисто с тобой соревноваться, Юра. Да, это что, так что жестко, что ли? Да, вопрос только, видел ли ты меня, откуда я ехал? Я видел, как ты объезжал, но я не понял, откуда ты ехал. Так, не понял, куда хорошо, ты ехал? Окей. Ну, значит, сейчас, ну, я сейчас за тобой поеду. Я сейчас поеду за тобой, иди сюда. Я бегу за тобою. Чё же там, чё же там, чё же там? Так, окей, смотрим дальше. По-любому что-то будет здесь, возле корабля. Здесь где-то что-то. Ты чё в столбу взаешься? Так. Эй, ты чё стреляешь, алё? Ну, а чё не та? Алёша. Иди сюда, Алёша. Да, ну да. Что это было? Ах ты жопа! Моя машина! Стой! Иди в жопу! Иди сюда! Пацаны! Пацаны! Какого хрена я сел во вторую сидушку? Че так? Жопа! Я могу сказать то, что на MyWeather еще есть кое-что. Серьезно? Да. Да? Красавчик. Да. Нифига себе. Короче, да. Не, Андрей, ой, боже, Андрей, Юра, наверное, сейчас немножечко прихерел, когда я спрыгнул с мотоцикла и забрал Феррари. Это, кстати, да, это вообще было неожиданно, я этот ферш не заметил, честно, когда мимо проехал. Ребят, в комментариях пишите, видели вы машину или нет. Прикольно, ребят, ну, короче, три точки поставил. Так, а что ты говоришь, там еще какая-то есть на Мэрвезере? Ну, давай посмотрим. Что-то есть там. Давай посмотрим. Кстати, а знаете, что я могу сказать? Только две золотых, получается, нашли моих, да? Ну да, походу. Да, кстати, мою Бугатти Дива не нашли, которая стоит очень хорошо. Не могу. Вот то найдет, тому лайкос. Я понял. А где еще на Мэрвезере? Тому фура лайков акция. Да, 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 фура лайков каждому. Или фура дизлайков. Ну это тоже возможно. Блин, тут мешают. Пацаны, не стреляйте по мне. А ты тоже тут? Да хорош, мне покрышки пробили опять. Ну ладно, пацаны, коль вы туда приехали, а вы там вдвоем, что ли? Да. Я понял, я что-то ванганул. Так, ну смотрите, это не прям MyWeather, это рядом. Вот. Так что... Посмотри на него. Ну что-то бать жестко, смотрю. Я просто хочу все ваши тачки забрать сейчас, аккуратно. А, ну да, кстати, офигенная тактика на самом деле. Отправить всех искать хер пойми, чё, а сам, короче, быстро-быстро. Не-не, там что-то есть, пацаны, рядом. Блин, молодые, блин, я хочу четвертую машину найти, было бы вообще идеальненько. Какая время 3 минуты, еще вроде как есть, и успеть найти, и прикрыть. Интересно, тут поезда открываются? Так, раз, два, есть? Поезда. Три красных, ну, типа, тачки. В поезде, да, есть ли что-то? Три красных, я, короче, три желтых есть. Поехал в место, в котором я еще не был, это вообще конец. И две хромированных. Конец. Так, вы тут, помню, где-то открывающийся получается ангар. Получается, четыре тачки, парни, еще нету. Так, пусто, мать вашу. Отлично. А там уже бой, я не стал говорить, что там еще нету. Блин, бой, да ладно. Я тут крушу. Ну вроде ничего, все, короче, подряд не вижу. А где, подожди, где твоя это? Так, Димка. Где, опачки. Что там осталось? Ты, получается, Йоркина опачки осталось или еще что осталось? Так, подожди. Моя Дива неподалеку тихо, в этом тихо, районе тихо, есть. Тихо. А ну-ка, Юрка. Опачки, пацаны! Красава. Опачки. Опачка. Опачки. 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 Да ладно, моя тачка. Успокойся. Не томи. Ах ты жопа. А я уж все через F5 по-быстрому, а то я знаю, у вас хитрожопы. Из подноса тачки гонять постоянно. У тебя, получается, твоя одна осталась, и что еще осталось? Не знаю, сейчас приеду, скажу. Короче, пацаны, это черная Бугатти, мать вашу. Ничего себе! Я проехал мимо лестницы какой-то, там, видимо, еще какая-то тачка стояла. Так, ищем. Да? А кто сколько тачек нашел? Или это байт? Не знаю. Так, хорош. Блин, Андрюх, я знаю, где стоит еще одна машина, полюбас. Красная, прям такие. Не знаю, какая. Типа по лестницам, которые ты это, да? Да, по ящикам сейчас, что-то там. Сейчас попробую, конечно, да. Вот не знаю. Я не вижу, на самом деле, эту машину, но я приприметил, где там может что-то стоять. Димон угорает, может быть, это тоже байт. Ну да, где-то может быть стоит. Решил сегодня чисто такой побайтить нас. Так, пацаны, но времени остается минута. Так, я пока кроме двух тачек. Да, я доезжаю практически. Меня сейчас. Окей, давай. Сейчас. Ну, в принципе, что вы? Ищите, давайте, машину-то. Остается минута. Такое. Ну я уже не знаю, я уже, блин, все объездил, я не знаю, где могла быть твоя Бугатти. Ну ты был поблизости возле моей тачки. Итак, что получается, там, мы Bugatti, не нашли две это... красные. А, что одну там красную? Что там, да, было-то? Какую ты говорил? Одну желтую и одну черную, да?
Да. Получается, что стопы у тебя на корабле, что ли, она спрятана? Ну, не совсем, не совсем. Ну, корабль такое себе, пацаны. Короче, время, ребята, остается совсем чуть-чуть. Если вы сейчас даже найдете машину, вы уже не успеете ее пригнать. Предлагаю раскрыть карты и показать, куда вы что спрятали. Ну, давай, давай. Ребята, лайк, я вам обещал вот за эту Bugatti Diva. Я сделал такой небольшой переезд и закрыл, короче, въезд, очевидные контейнерами, которые должны были броситься в глаза. Родной, тут даже и не видно, поэтому я и не заметил. Но она очень хорошо стоит. Заехать можно на изи по бокам, то есть как бы въезды есть. Как бы если бы я ехал по контам, я бы ее увидел. Понятно. Да-да-да. Давай, короче, посмотрим на ваши тачки. А как ты ее сделал непрозрачной? Ах ты жопа. Я на самом деле сюда приехал смотреть этот гараж и мимо проехал. Ничего себе. Я реально, я мимо проехал, и даже мне в глаза не бросилось то, что это маппинг. Да-да-да, кстати, это реально нычь какая-то имбовая вообще. Я, кстати, шикарно, хотел найти вот именно сделал. Такие, знаешь, вот такие вот, но я не нашел. Я бы подумал, текстура лагает какая-то. Просто неплохо проехал, сделал, хорошо. Да, да, да. Так, ну и остается Андрюха еще со своей тачкой. Да, погнали, найдем ее. Что ж, ребят, последняя машина это Винена, которая стоит в контах. И... Ну да-да-да-да-да-да. Это прям очевидное место. Попробуй. Ее так хорошо видно, то есть он даже ее не прятал, да. Понимаешь? Да-да, это прям вообще. А тут у тебя лестницы где-то твои, да? Ну, я специально их понаставил, тут куча всего, короче. Ну, вы, наверное, офигеть на другие вещи. Короче, да-да-да, тут тоже на дурачка стоит. Вот эти все лестницы, такие всякие ограждения, вот тоже время ваше потянули. Они внимание сбивали. Ну, еще байт от Андрюхи, конечно, жесткий был. Две минуты потеряли. Ладно, ребят, отправляемся на подсчет стоимости наших машин. Ну что ж, ребята, мы почитали стоимость машин. У Андрюхи всего лишь две, поэтому давай оглашай стоимость, молодой. Ну, у меня такой себе гаражик 7 миллионов стоит этот. Ну, слушай, за две тачки 7 миллионов баксов, это очень хорошо. У меня пойдет. 3, у меня 9600. А, да, серьезно? Нифига себе. А слушай, ну тут Бертона дорогая, да? На самом деле, ребят, если не брать в учет самую дорогую машину мира, да, вот эту вот Бугатти черную, да? То у меня 16 лямов только в этих трех тачках, вы понимаете? Все, поехали на нафиг. Просто жесть. Вместе с этой тачкой там я вообще космические цены, мне кажется. Да-да-да-да. Так, короче, ребят, сейчас будет два испытания на скорость, драк и прыжок с трамплина, поэтому давайте начнем с драка, выбирайте тачку и погнали. Погнали. Что ж, ребята, дорогие тачки уже готовы, у нас первое испытание драк, и, собственно, раз, два, три. Погнали! Ух ты, ничего себе. Нифига. А, не-не-не-не. Ну, Финир, выходит, понятно. Выходит, да-да-да. Ну да, с ним понятно, это, в принципе, самая быстрая тачка у нас на проекте, не считая Димона. Я последний, в общем, я последний. Ну, вы там плотничком идете. Ну, что по скорости? Ходит сейчас. У меня 170. Ой, почти Димон, догнал, 300, почти догнал. 315, пацаны. Да, почти догнал, пацаны, 540 был. Ну, у меня 180. Господи, ты только при... А, ты уже здесь, что ли, нифига? Да. Вау. Понятно, нормально, неплохо, нормально, так, слушай, Бертона разогналась. Ладно, ребят, здесь все ясно, отправляемся на прыжок с трамплина на новых тачках. Погнали. Хэштег не заметил. Короче, ребят, если вы не знаете, как угрохать просто огромную кучу бабла, то обращайтесь к нам. Да, обращайтесь. Потому что именно сейчас мы этим и займемся. Да. Все, полетели. Вроде как бы да. Так, так. А что с Андрюхой там? Да это я там плохо полетел, я решил перевернуться. Ну, это же все нормально. Черная Бугатти, конечно, такая сасная. Не считая, конечно, вот этой вот модельки в GTA, которая сделана криво. Слушайте, ну едет, но не очень как бы... 500. Офигеть, ты куда собрался? Слушайте, а у меня 500 уже тоже. Парни. 540 полетел. 420, черная Бугатти, what the fuck? 540. У меня она, слышишь, как будто глайдит. Да я вижу. Так, ну понятно, что я последний. Я за ребята, братуха! Блин, нифига. Че? Ты... Че? Ага, лол. Смотри, на эту крышу еще никто не приземлялся. Да-да-да, это просто прикольно. Пар, ну, а да, ты где да, был, да. Димон? Да я вот тут был чуть-чуть. Да, он там застрял. А, то есть, получается, Андрюха забирает балл. Да, и да, у нас, короче, 2-1-0 получается по баллам, ребят. Получается так. Слушай, вообще круто. Что ж, ребятки, мы сегодня нашли черную Бугатти. На самом деле, я не сказал бы, что жестко удивлен, но, блин, прыжок Андрюхи мне понравился. Да, было. Хорошо, в яблочко попал. Что ж, ребятки, если вам тоже понравилась серия, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылки все в описании под видео. И всем покедова. Всем пока, ребят. Всем покедова, ребята.